японцы Наруми Такахаси и Мервин Тран, а также еще одна китайская пара Сью Вэньчжин и Хань Конь. Вот такой набор участников, причем выступают они, как вы понимаете, по мере возрастания, своеобразному рейтингу. Ну, посмотрим, кто что покажет вне зависимости от рейтинга. Ксения Столбова и Федор Климов, ученики Людмилы Великовой. Русская фантазия, так называется у них. Их танец. Знакомая музычка, не правда ли? Ксения Столбова, Федор Климов. Выступали они на турнирах в Лейк-Плейсиде и в Минске в этом сезоне. В Лейк-Плейсиде заняли второе место. Были вторыми после короткого катания и оказались пятыми в произвольной. Но буквально какими-то несколькими сотами опередили японцев Такахаси Тран. В Минске тоже были вторыми после короткой программы, но восьмыми оказались в произвольной, и там уже не так повезло с баллами, там уже наоборот их небольшие баллы отделяли от других участников, опередивших их. Таким образом, оказались всего лишь на седьмом месте. Но, тем не менее, попали в финал Гран-при, где вот сейчас и выступают. Так что вы поняли, что короткая программа у них получается лучше всего. Также чисто они выступили в короткой программе
И сегодня... Умницы, говорит им Людмила Великова. Ксения Сторубова, Федор Куринов Гумино Токтен. 48.90. Набирает практически такую же сумму баллов, как и на других турнирах. Нечто среднее. Если на одном было 47,5, а на другом 49,5, то здесь 48, почти 49. В общем, выступили.